Знакомьтесь, Райан Селкис – предприниматель, инвестор, писатель, энтузиаст криптовалют, журналист, аналитик и основатель компании. Селкис имеет степень бакалавра в области финансов Бостонского университета, степень MBA в области предпринимательства и инноваций школы менеджмента Mead Sloan. Также закончил курсы веб-разработки на базе веб-школы General Assembly. Он начал свою карьеру аналитика в JP Morgan, позже работал в Summit Partners. Селкис решил создать собственный фонд и в августе 2011 года основал Good Benefits, а в декабре 2013 года – компанию TBI Consulting. На данный момент самым успешным в его карьере стали Digital Currency Group и CoinDesk – две ведущие компании в мире криптовалют. Сейчас он работает над новыми предприятиями и занимается венчурным инвестированием. У Райана 5 наград по блокчейну, предпринимательству и журналистике.